Сегодня в Ставрополе работает 75 детсадов, которые посещают почти 26 тысяч дошколят. Количество маленьких горожан постоянно растет, поэтому в одном из самых густонаселенных районов города на улице Алексея Яковлева строится новый детский сад. Строительство осуществляется строительной организацией «Экспонента М». Между комитетом градостроительства и подрядчиком заключен муниципальный контракт на строительство садика. В настоящий момент процент готовности составляет 33%. Внешние работы по возведению каркаса здания, кровли практически завершены. Внутренняя отделка здания завершена на 50%. В настоящий момент подключены инженерные сети к объекту. Основные работы уже выполнены. Параллельно к двухэтажному зданию прокладывают подъездную дорогу. На ней уже установили бордюры, парковки и освещение. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальта. Работы сейчас идут с опережением, поэтому детский сад на Яковлево сможет принять воспитанников уже в мае следующего года. Мы по этому поводу обращались в Российскую Федерацию с просьбой перенести средства, часть средств 2023 года на 2022 год, чтобы максимально короткий срок, в начале следующего года уже достроить сад и ввести в эксплуатацию. Получится новый красивый детский сад с бассейном, современный, как и все практические сады, которые мы сегодня строим. В 2022 году на реализацию строительства детских садов выделено около 600 миллионов рублей. Из них около 400 миллионов – это средства краевого бюджета. На территории Ставропольского края активно идет строительство детских садов в рамках государственной программы «Развитие образования», а также национального проекта «Демография» и государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Снаружи детский сад почти готов. Осталось провести отделочные работы внутри, благоустроить территорию, и уже в следующем году учреждение примет 300 дошкольников. Сабина Гурбанова и Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».